Всем доброго дня! С вами Мария, целительница, потомственная травница, медиум, экстрасенс. Я считываю тело человека с детства руками. Усвоила эту диагностику, изучив анатомию, физиологию и проработав в больницах, в операционных много лет. Освоила массажи и травы. Это у меня порода. Я занимаюсь мазеварением, подбираю индивидуально травы по заболеваниям и нахожу первопричину болезни человека. Вот сегодня речь пойдет о четырех корнях. Я с собой их ношу и завариваю. У меня вода закипела уже. Я ложу две ложки в термос, как видите. Так, видите, какие корни так выглядят. Значит так, здесь корень солодки, корень алтея, корень лопуха, корень одуванчика. И все это я заливаю. Смотрите, я делаю пропорции лично для меня. А лично для вас, если вам нужно, то запишитесь на консультацию. Потому что для каждого человека подбирается индивидуальный состав. Один человек меньше, один человек больше, крупнее. Ну и заболевания, конечно, разные. Причины заболеваний тоже разные. Смотрите, корень солодки, корень алтея. Лопух и одуванчик – это мощная смесь, ну, я бы сказала, антибактерицидных составляющих. Также природные антибиотики повышают иммунитет, снимают усталость, дают силы. И почему? Потому что нахожусь на море, хожу по песку, я не знаю, тут разные люди есть, надо делать профилактику. И от солнца падает иммунитет, потому что человеку может и приятно теплота, да, на море, жар этот, но для иммунной системы, для тела это очень большая нагрузка. Поэтому чаще всего люди заболевают в отпуске или после отпуска на море. Резко падает иммунитет, потому что тело изнутри нагревается, и для тела это сигнал, что нужно охлаждать тело. И когда тело нагревается от солнца, да, там очень быстро клетки, обмен веществ происходит, умирает много клеток, новые рождаются, и активируется такой механизм, что нужно выбрасывать токсины. Поэтому иммунная система, она двоякая, да, палка с двумя остриями. Вот такой смесь я заливаю литром кипятка и оставляю на 3-4-5 часов настояться, затем пью в течение дня. Сейчас не успела на ночь вчера сделать, делаю сегодня, потому что вчера у меня целый день консультации были, не дошла до этого. Ну а здесь у меня смесь моих трав, единственное, что я добавила, подмареник нашла, вот шалфей и плакун трава. Нужно еще закипятить воду, потому что на этот отвар тоже понадобится, ну, литр воды. Поэтому этот сбор тоже напитает тело, даст силу. И вообще травы лечат от многих заболеваний. Мой сбор противоопухолевый. Это мой сбор, это моя методика. И кому нужна консультация, пожалуйста, записывайтесь на сайт Мария.макаш.ком, он стоит в шапке профиля.